Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Начинаем с самых азов, то есть изучаем все сорта томатов и выбираем нужный, именно подходящий для вашего региона сорт. Я делаю эти краткие видеообзоры для того, чтобы начинающие садоводы-огородники не растерялись, зайдя в магазин. Вот до этого я уже описывала и скороспелые ранние, и крупные. Ну как можно, ну как представить огород без томатов? Для консервирования есть специально такие сорта, которые лучше других, сохраняются в баночке. У них специально для этого толстая пленочка, которая не растрескивается. И вот один из признанных сортов для консервирования лучших, это трюфель красный. Он очень красивый и на улице, когда висит на кусте, и в банке. Сейчас я прочитаю краткое содержание, которое нам производитель дает этому томату. Томат трюфель красный, популярный засолочный сорт, вот что я говорила, его все знают как засолочный, для открытого грунта и пленочных теплиц. Высота растения 90-170, плоды красивой грушевидной формы, слаборебристые, красные, массой 90-170 граммов. Используются в свежем виде, особенно хороши для засолки цельноплодного консервирования. Достоинство сорта: плоды оригинальной грушевидной формы, очень высокое качество плодов при цельноплодном консервировании, довольно высокая устойчивость к болезням, стабильно хорошая завязанность, легкость плодов. Выращивается в 1-2 стебля в открытом грунте под пленочными укрытиями. На 1 квадрат высаживают 3 растения. Вот все, что я говорила, вот в описании производителя все почти сказано, что это действительно один из самых идеальных сортов для консервирования. Томаты там не теряют свою форму, не лопаются, не трескаются, если предварительно сделать прокол там в районе плодонож... Ну, вот здесь, вот если сделать прокол зубочисткой или чем-то, вообще остается целый плод, идеальный, очень красивый, грушевидный. И размер. Размер плода там указан с большим от 90 до 170 грамм, с большим размахом. Они действительно так и бывают. Иногда смотришь, они 70-80 грамм, все как штампованные, иногда подойдешь, такой трюфель висит огромный, прям большой, но 170 грамм это полноценный крупноплодный томат. Вот этот сорт, что интересно, да, он может показать и простые вот такие стандартные плоды, и может родить такую огромную на своем кусте помидорку. Это ни от чего не зависит, может на одном кусте быть и вот такие маленькие плоды, и может вырасти большой вот такой гигантский трюфель. Очень вкусный, очень сладкий. Для некоторых опытных садоводов, вот я по отзывам спрашиваю, это самый любимый сорт, и даже он по вкусу иногда превосходит крупноплодные сорта, потому что у него хорошая сахаристость, еще одно из достоинств, долго лежит. Благодаря своей вот этой толстой шкурочке, которая для консервирования идеально сохраняет. Она также помогает очень долго хранить этот трюфель. Эти трюфеля могут после сбора и на дозаривании лежать, они не гниют. И они могут храниться, потому что у них вот это, еще раз повторю, плотная оболочка. Сама всегда выращиваю, каждый год у меня есть в огороде красный трюфель. Вам тоже советую. До свидания. С вами была Ольга Чернова и огородная азбука с описанием сортов. Это красный трюфель. До свидания.